Так хочется, чтобы дома всегда было чисто, аккуратно, красиво. Даже в прихожей, где обычно у нас бывает очень много грязи. Сегодня мы представляем блоки интерьерного покрытия. Коридор преобразили буквально за мгновение. Навели порядок в детской комнате, в гостиной, даже в ванной и в туалете с помощью блоков интерьерного покрытия New York New. Быстро, легко. Ремонт за 1 час. Без затрат, без оплаты работы мастеров, без покупки каких-то особенных специальных средств. Меня зовут Ольга Мокшина, и вдвоем с Олечкой Грядуновой делаем привет. Ремонт своими руками. Олечек, привет! Да, слушай, как у тебя круто получается. Да, причем смотри, когда мы наклеиваем блоки интерьерного покрытия, обязательно нужно стыковать внахлёст. Вот это самое главное правило. А дальше все, оп, проклеиваем далее, и прекрасно все будет держаться. Олечка, не поверхность мы не подготавливаем. Да. Вот прям клеим, и все прекрасно держится. Сразу хочу сказать, что это дизайнерские блоки интерьерного покрытия. Мы их называем авторские блоки интерьерного покрытия. То есть они не продаются нигде, только у нас на телеканале Shop & Show. Далее, это 3D-кирпичик, 3D-дизайн. Что это значит? Это значит, что здесь у нас объем. Те самые кирпичики, которые обладают шумоизоляцией, которые влагостойким образом могут держаться даже в ванной комнате, на мокрой поверхности. Давайте я сейчас покажу. Слушай, давай проверим сразу, потому что, если честно, меня это очень подкупает. Итак, Оля, ты очень много налила воды. Оп, да неважно, можно даже, знаешь, мыться в душе и лить на стену, потому что блоки интерьерного покрытия не промокают. И стыки, обратите внимание, да, вот если мы берем обычную плитку, то тут может образоваться грибок. Помните, бывает в ванной, когда очень влажно. В данном случае блоки интерьерного покрытия, они выигрывают. Здесь грибка не будет. Давайте посмотрим, какие у нас сегодня представлены цвета. У нас есть и хитовые, и новинки. Внимание, альпийский дуб. Ультрапопулярный. Следующий, это мраморный туман. Посмотрите, какая здесь прохладная гамма. Более теплая гамма, это кленовый светлый. Мне он очень нравится. Далее у нас бестселлер, золотое ретро. Обожаю его. Есть терракотовый, это более теплый, даже можно сказать жаркий вариант блоков интерьерного покрытия. И у нас также новинки, это коричневая шотландка, чуть светлее, более в прохладцу. Это кофе с молоком, очень эффектный, это палитра вкуса, их совсем чуть-чуть. Есть кирпичный, это база, обожают наши зрители, и бело-желтый. И мне очень нравится, что мы преображаем свой интерьер буквально за час. И мы можем оклеить блоком интерьерного покрытия любое пространство. Смотрите, как меняется ваш интерьер. Причем нам не обязательно готовить стену. Если даже у нас облезли обои, может быть, где-то облупилась краска, штукатурка, прям сверху мы наклеиваем блоки интерьерного покрытия. Звоните прямо сейчас. И причем мне очень нравится, что эти блоки у нас сегодня получили скидку 34%. И более 1000 продается у нас за одну презентацию. Это хит 2022 года. Присоединяйтесь, торопитесь, дозвонитесь. Даже нежилые помещения, даже холодные, неотапливаемые, даже гараж, даже, возможно, это какие-то подсобки. И буквально за несколько минут. Оля, ты просто все мгновенно наклеила блоки. Слушай, на самом деле это было нетрудно, и главное, это очень красиво. И, кстати, обратите внимание насчет дизайнерских блоков, я не просто так сказала. Да. Можно вырезать кирпичики, можно соединять сразу два цвета и делать неповторимые дизайнерские проекты, которые будут только у вас и больше ни у кого. Знаю, иногда бывают дорогие обои, которые, ну, в принципе, у кого-то тоже можно найти. Здесь действительно дизайнерский проект. Это точно. Я вспоминаю, как мы делали ремонт у бабушки в деревне. То есть одна стена – это кирпичная и заштукатуренная. Вторая – это деревянная реечки, и надо было заклеить все обоями. Боже мой, как мы намучились. На одну стенку клеится, на другую нет. И неровности все было очень сложно проклеить. Здесь блоки интерьерного покрытия, они приклеиваются легко и просто. Оль, нам не нужно даже мазать стенку клеем? Нет, абсолютно. Причем на любые стены подходят наши блоки. ОСБ-плиты, металлическая стена, плитка. Может быть, старая плитка в вашей ванной. Половину отвалилась, половину нет. Не надо ее полностью отдирать. Прям сверху приклеили, и все будет держаться. Краска, дерево на даче очень актуально. Бетон, новостройки. Нет денег на ремонт. Так взяли, наклеили поверх бетона, и все, готово. Обратите внимание на туалет, который любезно нам предоставил наша телезрительница, я имею в виду фотографии, да, вот здесь уже очень сложная стена, по идее, чтобы сделать там ремонт и наклеить плитку, для этого нужен плиточный клей, это для этого точно. Нужно выравнивание. И это здесь просто поверх проклеили, и все готово.
Итак, внимание, у нас по статистике заказы сразу 3 комплекта одной упаковки. Здесь 10 листов на 5 квадратных метров, а цена всего 1999 рублей. Дозвонитесь прямо сейчас, заказывайте, торопитесь. Кстати, давайте посмотрим, как Алексей Мичурин, наш эксперт бессменный, делал ремонт в душевой кабине, в душевой комнате. Вот это наша душевая. Правда, от душевой здесь есть только поддон и выведен шланг. Стены, как видите, деревянные. Сейчас я буду их заклеивать нашими стеновыми панелями. Вот что у нас получилось. Закрыли, оклеили все стены и теперь ставим сюда душевую и принимаем душ. Ну, Алёша, поздравляю тебя с новым ремонтом. Смотрится классно. Звукоизоляция прекрасная, влагостойкость тоже великолепная. Алексей Мичурин на своей ванной это уже проверил. Теплоизоляция, что актуальна летом и зимой. В летних домиках мы будем дольше ночевать. И в октябре месяце тоже будем оставаться с ночевкой, если будем использовать блоки интерьерного покрытия. Антивандальность, антистатические свойства. И посмотрите, да? Вспененный материал, мягкий, такой вот, видите, пухленький, фактура какая необычная. Видите, мне нравится, что он прекрасный, гуттаперчевый, мнется, вот, видите, вот это не какой-то кирпичик, который будет крошиться. Нет, это действительно гораздо удобнее. Давайте посмотрим. Это как отклеивается у нас, да, другая сторона, легко клеится. Да, посмотрим, Оль, хорошо наклеили, а как это будет держаться в таком сложном, сыром помещении? Внимание! Итак, друзья, у нас на улице весна, снег еще лежит, и я приехал для того, чтобы посмотреть, как у меня перезимовала моя ванная комната. Поехали, смотрим. Вот здесь у меня крючочки, вот так вот красиво смотрят. Смотрите, все на месте. Красота. Здесь все в уголочках, аккуратненько. Вот. Все держится. Ну и вот, собственно, сама душевая, да? Все прям здесь. Аккуратненько, красиво все сделано. Ну вот, какой прекрасный материал. Та-дам! Умница! Классно! Мне очень нравится. Давайте посмотрим, какие у нас есть расцветки. Даже в сырое помещение ванны, в душевой хорошо. Итак, внимание, у нас есть альпийский дуб, у нас есть новинки и бестселлеры. Мраморный туман. Вы получаете светлый кленовый, золотой ретро. У нас есть и новинки и бестселлеры. Вы получаете упаковку 10 листов. Это 5 квадратных метров. И цена всего 1999 рублей. Три упаковки, это бесплатная доставка. Оплачивайте сразу банковской картой, получаете еще 5% скидку. Ремонт за час. Легко.